Здравствуйте, друзья, это Кузнецов Дмитрий. А сейчас вашему вниманию будет предложен ролик, где с 99% вероятности коллекторы притворяются сотрудниками банка. А потом, позже это подтвердилось, но на тот момент я, конечно, был немножко обескуражен тем, что вот вдруг появились. А потом, проанализировав ситуацию, я вообще, скажем так, отметил победу, потому что раз такое дело, то значит Сбербанк вообще больше ко мне никаких претензий не имеет. Раз уже такой, такая падаль под, ну, стала, собственно говоря, взыскивать с меня вот таким вот наивным способом. Поэтому слушаем, что получилось с этого, пишем комментарии. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу услышать Кузнецова Дмитрия Евгеньевича, звонок из Сбербанка России, специалист Глазырина Дарья Владимировна. Слушаю. Дмитрий Евгеньевич, очень приятно, звонок вам поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. У вас на данный момент я вижу информацию по потребительскому кредиту на сумму 1 400 000 рублей, было получено уже решение суда. А по кредитной карте у вас документы переданы в суд. Дмитрий Евгеньевич. Вы точно из банка? Да, звонок вам из Сбербанка России. Прописку мою назовите. Назовите прописку мою, где живу. Сейчас информацию уточню. Именно регистрация у вас Никифорова, дом 37, квартира. А теперь еще каким-нибудь образом, диким, невероятным, докажите, что вы из Сбербанка. Я сейчас сразу скажу, я уже 5 лет как живу в Санкт-Петербурге. Дмитрий Евгеньевич, значит, информацию эту вы предоставляли, может быть, в офис банка, но у нас... Судебный приказ давным-давно отменен по 160 тысяч. По потребительскому кредиту? Давным-давно отменен судебный приказ, это раз. Там не было никакого судебного производства, там был просто банальный судебный приказ. Его отменили, раз. Второе, по кредиту большому. Было вынесено решение суда, которое я обжаловал, апеллировал. Высшая инстанция апелляцию приняла, движений от банка больше никаких не поступало. Итак, барышня, вы откуда звоните? Дмитрий Евгеньевич, у нас данной информации... Кодовое слово назовите, мне все равно, что зачем вы тогда мне звоните, не обладая... Что за номер телефона у меня высветился? Дмитрий Евгеньевич, давайте сейчас зафиксируем данную информацию с ваших слов, чтобы мы тоже были проинформированы. У нас, к сожалению, такой нет информации. У нас то, что вы по потребительскому кредиту, у вас решение суда было получено банком. Сейчас я информацию по документам... Скажите, где находится головной адрес Сбербанка России? В городе Москве, по улице Вавилова. А вы где у вас решение... Вы где находитесь? Реально наше управление находится, Дмитрий Евгеньевич, в городе Екатеринбурге. Давайте сейчас зафиксируем данную информацию, чтобы также она у нас фигурировала, и звонки вам больше не поступали. То есть по потребительскому кредиту вы решение суда обжаловали, правильно понимаю? Я не выдаю никакой информации, более той, которую я уже выдал, голосу из трубки. Все вопросы ко мне письменно. Если вас что-то интересует, и вы работаете в Сбербанке, вся информация в Сбербанке есть, потому что дела прошли в формате судебных разбирательств, а именно... Вся информация в две стороны была разослана. Причем это произошло еще в августе месяце прошлого года. Так что... Дмитрий Евгеньевич, я вас поняла. Можете сейчас записать тогда номер телефона нашего отдела судебной исполнительной стадии, чтобы уже с ними урегулировать этот вопрос, чтобы вам звонки больше не поступали по задолженности? Итак, у вас есть этот телефон, да? У вас есть этот телефон. Отдел судебной исполнительной стадии? Да, который мне продиктовать хотите. Берите... телефонный аппарат, набирайте этот номер телефона и, пожалуйста, звоните. Пожалуйста, звоните. Дмитрий Евгеньевич, если вам не интересно урегулировать данный вопрос... Этот вопрос тогда... урегулирован в законном формате. Мне не интересно вас слушать. Еще раз повторяю. Хорошо, тогда вам звонки, звонки которые мне будут продолжаться, повторно. Будут тут же написана жалоба в прокуратуру. Именно на конкретный звонок. Сейчас представьтесь. Дмитрий Евгеньевич, хорошо, это ваше право. На данный момент тогда давайте сверим контактную информацию, чтобы, если у вас адрес, тем более вы говорите, изменился, чтобы тогда... Я ничего вам говорить не буду. Все вопросы мне задавайте хорошо, на бумаге. Хорошо, я вас поняла. Всего доброго, до свидания, ожидайте. Смотрите, тогда. Набрал в гугле номер этого телефона. С этого номера звонят, а задолженности представляются из Сбербанка Екатеринбурга. И добавляют пустое голосовое сообщение. Хотя отношения к Сбербанку не имеют никакого. Одно слово – развод.
Это так Google Дмитрий пишет, Евгеньевич. Яндекс так пишет. Дмитрий Евгеньевич. Ходил в Сбербанк, показывал этот номер телефона. Дмитрий Евгеньевич, не нужно читать то, что там написано в интернете. Это интернет, вы... это всемирная паутина. Люди сюда пишут для того, чтобы другим было легче. И что это для вас самый главный непосредственный источник информации? В данном конкретном случае это для меня приоритетный источник информации. Все, я вас поняла, Дмитрий Евгеньевич. Я вас услышала, данную информацию. Этот разговор будет выложен на YouTube, на самом большом и популярном канале. Хорошо, всего доброго, до свидания. Ну вот такая вот забавная миниатюра получилась с участием коллектора, представившимся сотрудником Сбербанка. Они даже там какие-то знания есть по поводу самого банка. Но у меня простой вопрос. Смысл с какого-то Екатеринбурга звонить, если кредит был взят во Владивостоке? Я сейчас живу в Санкт-Петербурге. Обо всем банк был уведомлен. И вдруг вот такая вот метаморфоза Екатеринбург. Там у них это отделение стоит. Я действительно в Гугле набрал номер телефона, и там очень много отзывов по поводу этого сочетания цифр. А вот то, что я сказал, это я так быстренько на бегу пробежал. Вы, любой из вас, если сомневаетесь, тоже можете взять на вооружение. Просто в Яндексе, в Гугле набирайте в поиск, и вам даст четкое определение коллектора, это или из банка. Если банковский телефон, понимаете, он должен быть, а уж тем более сберовский, 8800, либо там с кодом города. Но никак, ни в коем случае не набор цифр, похожий на случайный набор цифр, похожий на номер телефона. Поэтому учитесь за себя бороться, учитесь отстаивать свои права. Как это делать, наш канал вам в помощь, многие другие ресурсы. Ну вот я считаю, что на нашем канале, судя по вашим отзывам, это легче всего получается. То есть в такой простой, ненавязчивой форме вам предлагается действительно ценная информация, очень полезная. Поэтому подписывайтесь, не откладывая на этот канал. Ну и, конечно, за каждый ролик прослушанный, личная просьба от меня, ставьте лайки. Ну а за репост в соцсетях это отдельное спасибо. Поделитесь с теми, кого любите, знаете, кто вам дорог. А может быть, вы этих людей не знаете, но они у вас в друзьях, в социальных сетях есть. А пускай как можно больше количество людей знает правду. Для тех, кто намерен решить свои дела в документальном формате, для вас есть ссылочка на наш сайт. В описании ролика этого и всех остальных мы предлагаем ссылку на наш сайт. На сайте выложено видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов. Там рассказывается все подробно, все по полочкам, что называется. После того, как вы посмотрите это видео, послушайте все, взвесьте все свои аргументы и принимайте настоящее взвешенное, то самое взвешенное решение. Оставляйте заявку так, как рассказывается на сайте у нас в видеопрезентации. Наши специалисты с вами свяжутся в рабочее время. Вы зададите еще дополнительные вопросы, но обязательно посмотрите видео, чтобы получить ответы на самые острые вопросы. Если вы там не найдете ответов на свои вопросы, конечно, наши специалисты во время звонка, во время диалога с вами закроют ваши вот эти вот возражения, может быть, какую-то некомпетентность вашу уберут. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». Да, и еще самое главное, простите, одно из самых главных, ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Тоже в описании ролика, вступайте в группу, там все наши ролики дублируются. Еще раз с вас лайк, подписка, репост в соцсетях. До свидания, всего вам хорошего, счастья, благополучия и финансового здоровья. С вами был Кузнецов Дмитрий. Пока-пока.